Праздничные торжества, посвященные победе в Великой Отечественной войне в Сергиевом Посаде, начались здесь, на бульваре Кузнецова. Это любимое место горожан носит имя командующего 1-й ударной армии, героя Советского Союза, Василия Кузнецова. В 1941 году начала формироваться 1-я ударная армия. Красноармейцы Сибири, Дальнего Востока и моряки Тихоокеанского флота прибывали, чтобы защищать подступы к Москве. Армия была названа ударной, но ее техническое оснащение было невелико. Ни танковых, ни механизированных соединений в ее составе не было. Но 1-й ударной армии удалось отразить атаки противника. Загорск и Пушкино захвачены не были. Помнит Родина Россия подвиг дедов и отцов. Не забудет вклад в победу больших и малых городов. Мы, сергиево-посадцы, гордимся причастностью к великому событию. Помним и чтим солдат Великой Отечественной. Временно исполняющий полномочия главы администрации Сергиева Посада Константин Негурица, чиновники и депутаты возложили цветы к памятнику Василия Кузнецова. Отдали дань памяти погибшим и горожане, собравшиеся на митинг. Пришла почтить память своего папы Шарова Ивана Петровича, который был призван в армию в 1942 году и пропал без вести. О нем ничего не знаем до сих пор. И не только своего папу, но и всех, не вернувшихся с поля боя. Чтим наших командующих, простых от людей, которые миллионы участвовали в этой битве тяжело и погибли, защищая нас за то, чтобы мы сегодня с вами могли жить прекрасно в новой России. Папа пошел добровольцем на войну и погиб. Я его, можно сказать, не видела даже, не знаю. Мне было 8 месяцев, когда он ушел добровольцем. Итак, но я всегда его думала, то, что он жив. И действительно, нам пионеры в 64-м году прислали письмо, что папа наш захоронен в Воронежской области, город Бутурлиновка. И нас они пригласили на митинг, посвященный памяти. И мы всей семьей ездили. В каждой семье есть те, кто участвовал в боях Великой Отечественной войны или работал на заводах. 9 мая – повод вспомнить их за праздничным столом, пересмотреть фотографии, чтобы правнуки воевавших тоже знали имена и лица близких, на долю которых выпало тяжелое бремя – пережить войну. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».